Hello everybody, how's it going? Today I'm going to be playing a horror game. It's another one of the... just got a mental hospital. Oh god. Game looks surprisingly well made. Got a cool little screensaver right there. It's kind of creepy. Oh man. Задался с самого начала. Ужасная погода, проблемы в редакции и вечно глохнущая машина оказались достаточными условиями для того, чтобы я опоздал к началу штурма. Прибыв на место, я решил как можно скорее отыскать лейтенанта Сидорова в надежде заснять хоть какой-то материал. Я пробрался в больницу. Увиденное мной дальше не описать словами. Это можно стереть с кассеты, но из памяти никогда. Я нашел Сидорова. А точнее то, что от него осталось среди залитых кровью стен проклятой больницы. Но это было не самое страшное. Есть кое-что пострашнее в этих мрачных и пугающих коридорах. Истерзанные страшными экспериментами больные и без того не отдававшие себе отчет, стали полностью неконтролируемы. Каким-то чудом я сумел выбраться из этого ада. Обессилевший и практически отчаявшийся, я пытался убраться от этого места как можно дальше. Мои планы нарушило одно из тех существ, которых я хотел позабыть навсегда. Из последних сил я сделал финальный рывок в больнице. Больнице, которая явно не хотела меня отпускать. Cool. Oh, this is before the mess. It's definitely a good ambiance. Thank you.
That's the monster. Hey, you. What the fuck? I'm gonna do another video on this, but that's a cool game. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video.